Берете надпись с обратной стороны через стекло, простым карандашом жирно обводите, накладываете и переносите. Можно нарисовать самостоятельно. Прекрасные фломастеры от Top Decor. Лучше, конечно, сделать какой-то набросок. Здесь у меня первое. И пишем. Можно, кстати, написать просто фломастером. Ну и теперь берем глазурь густую, у меня базовая, и начинаем писать. Идем отсюда и потом жирненько вот так вот просто делаем единичка. Потом у нас идет буква S, можно расширить. Здесь мы идем буква E. Буква N. И вот так мы рисуем. Давим. Где-то больше, где-то меньше. Давите больше. Получается у вас шире. Вот так. И здесь пишем.